В этом видео мы покажем, как вы можете скачать и установить MetaTrader Supreme Edition, эксклюзивный плагин для MetaTrader от Admiral Markets. Обращаем ваше внимание, что вам нужно установить MetaTrader 4 или MetaTrader 5, чтобы использовать плагин Supreme Edition. Вы можете посмотреть процесс установки MetaTrader в других наших видео. Для начала зайдите на сайт Admiral Markets и нажмите на раздел «Платформы» в главном меню. Затем нажмите MetaTrader Supreme Edition. На странице MetaTrader Supreme Edition вы можете скачать программу для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Теперь выберите вариант, подходящий для вашей установки MetaTrader. Нажмите «Скачать» и заархивированная папка скачается на ваш компьютер. Если скачивание не началось, вы можете скачать программу с этой страницы. Разархивируйте скачанную папку и затем запустите приложение. Откроется окно установки, и вам будет предложено выбрать, для какой из копий MetaTrader вы хотите установить плагин Supreme Edition. Если у вас установлено несколько копий MetaTrader, выберите вариант Admiral Markets и нажмите «Установить». Появится предупреждение, сообщающее о том, что установка включит настройку «Разрешить импорт DLL». Нажмите «Ок». После установки перезапустите ваш MetaTrader. Откройте MetaTrader и введите ваши данные для входа. Теперь вы увидите функционал MetaTrader Supreme Edition в окне «Навигатор». Он будет находиться в разделе «Советники» и раздел «Индикаторы». Мы надеемся, что вам понравится дополнительный функционал, доступный в MetaTrader Supreme Edition. Если у вас возникнут вопросы, мы будем рады помочь вам.